Адрес – центральный проспект Усолья. Именно на нем разместили баннеры с рисунками юных жителей города. 19 учеников художественной школы создали их, вдохновившись историями усольчан, участвовавших в Великой Отечественной войне. В преддверии Дня Победы рисунки решили выставить на всеобщее обозрение. Такая патриотическая акция проходит в городе впервые. Еще одна акция, уже ставшая традиционной, стартовала сегодня в Иркутске. В сквере Кирова несколько десятков студентов, школьников и волонтеров раздавали всем желающим георгиевские ленточки – символ победы в Великой Отечественной войне. Настроение горожанам поднимал и духовой оркестр с репертуаром из песен военных лет. Чуть раньше акция стартовала в других населенных пунктах региона. Всего до 9 мая планируют раздать больше 100 000 георгиевских лент.